Всем привет. Так, я вырвала все ресницы с этого глаза, собственно говоря. А у меня осталось только на этом глазу. Но здесь я вырывать уже не буду, если честно. Добрый день. А, ты без VPN, да, Зай? Зай, да ну все равно, видишь, мы могли бы быть в инсте, но если... Как называется? Мам, ну я в эфире, что такое? А? А что с ним? Привет, привет. Ну, короче, если это признают в суде 21-го, что как бы нельзя пользоваться, то все уже как бы вот, тогда без вариантов. Поэтому все, Натуля, привет, все приходите ко мне, знаете куда, в Телеграм, реально. Ну, потому что, если что, оттуда мы уже решим, куда мы дальше пойдем, блин, я уже не знаю куда, мне это все надоело. Вот этот Росграм придумали, я не буду там регистрироваться, потому что это 100% будет виснуть все, это понятно. Мне это вообще не втыкает, как бы, грубо говоря. Ну, поэтому я говорю, приходите ко мне все, пока есть возможность, как называется, в телегу. Ссылка в шапке профиля. Она работает, кстати, Алекс? Фу, я сказала! Работает, нет? Ну, это все. Это как в дурдоме. В Телеграме. Нет, ну, Алекс, понимаешь, это то же самое, что, я не знаю, грубо говоря, вот есть марка Dolce & Gabbana, да, и вот есть подделка на садоводе. Ну, для меня это то же самое, Росграм. Вот. Поэтому как-то так. В Телеграме я там сутками, я там провожу все эфиры. Я просто вышла сейчас сюда, чтобы вам сказать, что... Я буду в этом, ну, в Телеграме все время. То есть, если потом какая-то будет другая площадка, чтобы чисто вы меня не потеряли, я вам расскажу, ну, какая будет. Работает ссылка, да, в шапке, Алекс? Ну, ты понял, шапка профиля, да? И если нажимаешь, то перейти ко мне как бы можно, да? Тогда нормально. Тогда это радует. А вы меня вообще видите? Дайте мне это обратную связь или что? Вы где все? Как? Нафиг я все ресницы вырвала? Почему так мало? Потому что, мне кажется, никто не скачал VPN. Ой, Веснушка, привет. А, или оповещение, может, не приходит, я не знаю. Вы давайте мне обратную связь, потому что я уж, не знаю, может, я думаю, сама с собой разговариваю здесь и все. Короче, вот в чем суть, да. То есть я не просто так вас зову в Телеграм, а просто для того, чтобы вы, как называется, ну, если что, меня не потеряли. Привет из Германии. Чё ты не будешь, Алекс? А, в Росграме регистрироваться? Ну, я так смотрю, многие блогеры уже тоже, ну, немножко прифигели. То есть я прочитала Романец, Ермакова, они говорят, мы не будем, ну... Я вела вчера 3 раза в Телеграме прямые трансляции. Вот, короче, что я говорила? А, и Романец, и Ермакова говорят, мы не будем там регистрироваться. Ну, не знаю, просто как-то в Инстаграме все равно у тебя сидит международная публика, и все приятно. Ну, удалят и удалят. Мы есть в Телеграме.
Мама была грустная, потому что у папы юбилей 70 лет, и мы планировали, ну, лететь. А он мне сказал, что он хочет, чтобы я познакомилась с его женщиной. Ну и все, и скандал был вчера. Ну как скандал? Я, естественно, сказала, что я никуда не приеду, и все. Нет, все блогеры абсолютно перешли в Телеграм. Все там во все ведут прямые эфиры, все дела. Моя любимая пудра из Таиланда. Остатки роскоши. С блестками, присыпка. Сказка. Да я считаю, что это издевательство над людьми, потому что мне сейчас вот кто звонят, все мои подруги, они все в трансе, все рыдают, потому что у всех бизнес был завязан на этом, ну, на Инстаграме. То есть и магазин одежды, и косметика, там, и много чего еще. Казахстан, привет. Поэтому, конечно, все в трансе пребывают. Ну, я тоже, собственно, я не исключение. Слушайте, это такая офигенная пудра с блестками. Кто будет в этом, в Тае, обязательно себе купите. Конечно, я не знаю, кто это будет. Ну, а что делать, если не будет ничего, то придется всем уйти в Телеграм. ВКонтакте все жестко виснет. Я там одну сториз гружу по 3,5 часа. Меня это так бесит. Я полечу в Тай. Ой, я тебе завидую. Кого я не замечаю в Телеграме? Я всех стараюсь замечать, в принципе, насколько это возможно. Кстати, кто сегодня новенький придет ко мне в Телеграм? Ставьте плюсик под постом, который у меня сейчас висит. И я среди вас кому-то отправлю чайник с подсветкой. А, это жена его друга, с которым я в Самаре лет 15 назад встречалась. Она как-то, мне кажется, ревнует до сих пор меня к нему, но это бредятина полнейшая. Кстати, пожелайте мне удачи. У меня 21 числа 2 концерта. И мы сегодня с вами или завтра пойдем выбирать платье и готовиться уже непосредственно к мероприятию. Поэтому все обязательно ко мне приходите в Телеграм-канал. Ой, какой нос сегодня красивый получился, прям радует. Так, ваши ставки. Запретят ли нам полностью Инстаграм 21-го? Мне кажется, да. Нет, я сдала билеты. Я не полечу в Самару. Да, дочь, у меня есть специальный спрей от NYX, фиксирующий макияж. Я им просто брызгаю, и все, мне хватает на 2 дня. Иногда.
Нет, ну, смысл-то понятно, почему. Потому что, как бы, заявления были не самые приятные. До 28 марта ты не про Инстаграм, а про Росграм читала, дочь. Это на базе контакта какой-то сокурсник Дурова сделал. Но я лично, как бы, да, без мамы пригласил. И, ну, естественно, я никуда не полечу, ну, слушайте, ну, все это понятно. Эта тема закрыта была еще вчера вечером. Мама у меня порыдала, ну что, ну как бы и все. Кстати, ну вообще все, вы видели, какое мне вчера белье подарили обалденное? Наташ, ты видела? Тебе понравилось? Конечно, я никогда не выкладывала в Инстаграме то, что в Телеграме. Это единственное, что мне понравилось в Телеграме. Потому что там я выкладываю такие посты, конечно. Это вообще, мама, не горюй. Вы все видели, да, я выложила вчера на себе комплект белья, который мне подарили. Мам, иди поздоровайся. А, ты голая, ну ладно. Хорошо. Видела красиво. Комплект огонь, да? Да я себе-то не могу найти мужчину, не то что про маму. Нет, у меня 21-го два мероприятия. В 4 часа премия в Государе, красная дорожка, я играю концерт сольный. И в, как называется, и в 9 вечера в концертном зале «Мир». Вот, как-то так. Ой, господи, я так ужасно без ресниц выгляжу. На одном глазу есть.